Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму маринованные грибы опята. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Первым делом грибы внимательно перебираем. Заодно счищаем под шляпками белую пленочку. А также удаляем видимые загрязнения. Небольшие опята оставляем целенькими. Грибы покрупнее разрезаем на 2 или 4 части. Затем опенки хорошо промываем холодной водой. Дальше погружаем их в кастрюлю с большим количеством кипятка. Кладем туда одну небольшую беленькую луковицу. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, пока грибы закипят. После чего варим опята на небольшом огне 30 минут. Время от времени верхний слой грибов погружаем в воду. Обязательно следим за цветом лука. Он должен остаться белым. Если луковица посинела, это значит, что среди грибов есть ядовитые, и кушать их нельзя. Лук больше нам не нужен, его просто выбрасываем. Проверенные таким образом грибы после получасовой варки откидываем на дуршлаг и хорошо промываем холодной водой. Дальше готовим маринад. Наливаем в кастрюлю чистую воду. Добавляем туда соль из расчета 30 граммов на 1 литр воды, 9% уксус 25 миллилитров, 20-30 горошин черного перца, 1-2 лавровых листа. Перемешиваем и отправляем на плиту. После закипания маринада погружаем в него отваренные промытые грибы. Доводим их на сильном огне под закрытой крышкой до кипения. Убавляем огонь и варим опенки 20 минут. Маринад можно попробовать и отрегулировать соль-уксус на свой вкус. Если вам кажется, что чего-то много, долейте в кастрюлю чистый кипяток. Через 20 минут достаем из грибов все лавровые листы. А сами опята вместе с жидкостью раскладываем по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные доверху банки закручиваем. Переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Чтобы закрыть 1,7 кг опят, мне понадобилось 2 литра маринада. Из всего этого получилось чуть больше, чем 3 литра маринованных грибов. Вот и все. Вкуснейшие лесные опята на зиму готовы. Хранить консервацию из грибов лучше всего в погребе. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.